Алиев – хозяин процессов на Южном Кавказе. Эрдоган, Путин и ЕС – наблюдатель, а Пашинян – мальчишка. Как передает Ахарас, таким мнением поделился российский политолог Станислав Тарасов. Вся территория Карабаха будет передана под контроль Азербайджана. И Армения ничего не сможет сделать. Все карабахские земли, а точнее Ханкенди, полностью перейдет под контроль Азербайджана. А у России будет наблюдательская миссия. Еревану также придется отказаться от термина «геноцид» 1915 года. По словам эксперта, Россия по отношению к Армении очень осторожна, так как Ереван проводит политику двойных стандартов. Русский язык в Армении забыли давно. Через год в Ереване будут говорить не по-английски, а по-турецки. Армяне будут вынуждены учить турецкий, чтобы зарабатывать деньги, подчеркнул Тарасов. Юридически, после того, когда Армения отказалась признать Нагорный Карабах, безусловно, сохраняется территориальная целостность Азербайджана, и Карабахский анклав находится на территории в составе Азербайджана. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.